Здравствуйте, любители тенниса. Давайте сегодня снова поговорим про колесо. Вот пришли такие комментарии на ролик о том, где я рассказывал, для чего и как использую колесо, что ваша конструкция очень хлипкая, вот ее видно, она шевелится и ходит всяко-разно от удара. Вот, что это неправильно, что колесо должно быть жестко закреплено. Вот хочу сказать, что я считаю наоборот, что это самая такая оптимальная конструкция. Вот, и постараюсь объяснить почему. Вот когда колесо монотонно закреплено, и оно вот идет и все время одинаково крутится, то есть у него нету никакого движения. Человек привыкает, получается очень серьезная мышечная память срабатывает, и у него все время очень одинаковое такое движение, при котором очень трудно сделать какую-либо корректировочку движения. То есть всегда надо идеально подходить ногами, только тогда и всегда успевать в нужной точке, только тогда это упражнение будет давать результаты. Ну а такого у нас в практике практически не случается, поэтому у тех, кто сильно затренирован на колесе, идет только вред. Но когда колесо немножко подвижно, и вот при ударе оно получает какое-то перемещение, да, человек вольно-невольно начинает к нему приспосабливаться, тоже перемещаться, и делает корректировку своего движения в зависимости от того, как там повернулось и встало колесо. То есть вот раз, сильный удар, раз, раз. То есть выбираем именно движение. Я бы вот еще немножко более подвижно сделал, чтобы каждый раз была небольшая вот сдвиг колеса с точки, и тогда можно исключить тот вред, ну, который обычно от него получаем. На этом у меня все. До следующих встреч. До свидания.